Три пескаря рады приветствовать всех любителей рыбной ловли. Поговорим с одним из рыбаков, покидающим осетрово-сеговый участок. День добрый! Добрый день! Расскажите всем рыбакам, всем берегам. Да. Расскажите, пожалуйста. Приезжайте в любую погоду, и будет вот такая вот красота. Ловил осетра и закинул одну удочку на силе. И что-то и пошло, поехало. И сик начал хорошо клевать в дождливую погоду. И осетр. Рыбалкой очень понравился. Даже до сих пор сейчас руки все трясется. От удовольствия, от проведенного времени. Фу, что вам еще сказать? Ну, поделитесь, наверное, секретами. А секретов нет никаких. Все, селедка. Никакого секрета здесь нет, да? Здесь секрета никакого нет. Самое главное, чтобы снасть потоньше была, остальное все нормально. Снасть поделикатнее, да? Да. Лесочка какая? Лесочка 0,18-0,02 олдеровская. Она и прочная, и тянется хорошо. И самое главное, фрикцион. Чтобы был нормально подтянут, отработан. Да? Да. Чтобы она могла исходить, рыба, чтобы ее вытащить. Ну что, рыбалкой понравилось. Рыбалкой довольны? Да, рыбалкой отдохнули? Довольны, да, очень отдохнул. Вот такой у нас улов сегодня. Ну что ж, до новых встреч, ни хвоста, ни чешуи вам, и всего доброго. До свидания. До свидания.